Михаил, как я, как у вас авторитет, гигантский такой. Ну, там гигантский авторитет не нужен. Там главное специалисты, которые подходят, особенно молодых, как сейчас, не только, наверное, на чемпионат мира, но и на Кубок мира. Поэтому уже, я думаю, задача будет посмотреть. И молодых, как сейчас, как они сейчас вот там играют, Вас не тревожит ситуация, повторяем, Барбоши хронически травмирован в этом сезоне, Варламов опять судебный дел уже это тоже неприятно. Да, если вместе с вами где-то была, я думаю, что все наладится, конечно, это два основных вратаря. С одной стороны, Варламов очень хорошо играет, он последний месяц очень хороший, какие показывают. Мы надеемся, что Бобров не будет из травмированных, и тоже будет хороший, какие готовятся, будут. Не попадут на чемпионат. Ну, подходы все трудно, загадки еще полгода. А наш молодой брат, вам нравится? Да. Как он играл со СКА, мне очень понравился. Есть еще недоработки у меня, конечно. Он молодой вратарь, но то, что ему ЦСКА доверяет, то, что он уже играл в сборную, он приобретает опыт. Это очень важно для молодой вратарь. Я сам помню, когда я играю больше и больше на высоком уровне, то больше приходит опыт даже молодого. Ну, Максим Быков, он может быть на любой момент. Он нервничает? Как он реагирует? Он доволен, он хочет играть, но пока не приходит. А Бридин дадут ему сегодня? Не знаю, это надо спросить у вратаря. Владимир Александрович, Евгений Балашевский дебютировал на московском чемпионате мира, была же в роли первого вратаря, ему было 20 лет. Вот как вы считаете, вы еще там за второй потянет? Все зависит от него, зависит от команды. Я думаю, что у него есть перспектива. Мы же от него будем забегать. Давайте пожелаем ему сначала, чтобы он попал в плей-офф и отыграл второй год. Если так станет вопрос, вы разрешите Соска, например, очень активно смотрит. Ну, пока смотрит, я не хочу комментировать слушать, когда придет, если будет такой момент, тогда будет решать. Болельщики в соцсетях обсуждают тему, что вот даже билеты на матч сборной, не играет сборная России, дорогие. 3 000, 13 000, вот такой диапазон. Они насколько привязаны к валюте? Они привязаны к международным стандартам. Да. Международная федерация хоккея утвердила это. Они не дороже, чем они были в Праге. И наши болельщики приезжали, платили. Поэтому есть график продажи билетов, который закончится. У нас есть вот комитет, который принимает. Федерация не занимается билетом. Занимается комитет у нас, и международная федерация не купила. Вот какая будет лучшая в 2007 году? Как это было? Мы тот всегда хорошо проводили. Кстати, мы ни одной игры не проиграли. Это в основное время. Просто вот проиграли в овертайме Финнов. Хотя у нас команда была очень сильная. Хорошая хоккей пока. Ну вот, смогли вратарскую вратаря Финляндии переиграть. А травмы? Ворота? Травмы были. А травмы они всегда есть. И будут. Такие без травмы не волнуются. Такой вопрос. Вот вы дефицит Кубка Канады 2001 года. И об этом все забывают. Вот для вас какой титул самый ваш период? Ну, много титулов. Но самый такой, я думаю, что лучше чуть-чуть 20 века на Федерации хоккея. Вообще, это амплуа любого, не попадаешь, это самые престижные, что это не дает только один чемпионат, а это дает уже многолетнюю стабильную игру. Наверное, для меня это один из самых сильных. Тревожный момент, знаете, какой? 1 марта надо жилья состав 16-го. Вообще даже информации никакой нет. Никто не обсуждает. Я не думаю, что 16 это так тяжело определить, их почти известно. Практически уже НЦЛ назвал. Там канадцы, да, они назвали наших там. Но это дело Сарка, вы знаете, я не мешаю, что у народ сам будет определять 16, я думаю, что 16 мы более-менее легко, потому что дальше там вообще насколько наш сборный будет зависеть от игроков НХЛ? Понятно, что весь Мат, 5 мира. Ну, я хочу
хочу сказать, что в этом году более-менее нормально будет, в каком плане, я надеюсь, потому что начало 6 мая, окончая финальный 22-го, 22-го там практически финал, там все команды не хватает. Подберешься, что лучше иметь, что лучше. А как вам здесь еще отправить молодых ребят? Или по контракту? Я думаю, что у нас тоже есть в 2017 году, когда мы попали в экспериментальную сборную. Я понимаю, что молодежь можно у нас в Евротуре, пожалуйста, проверять. На такой уровень, когда это прийти страны, там будет лучше чемпионат мира, а мы пошлем команду. Если бы мы послали бы две команды, то другое дело. Мы могли молодых поставить. А я считаю, что нам надо посмотреть лично. Где сборная России будет бить во время чемпионата мира? Она будет как отшельники? Насколько важно отгородиться от тех, что они будут более демократичными? Ну, мы хотим все-таки, понимаете, вот, мы жили вот на Кубке Руканала, она нам будет насколько же финансовый кризис отражается на планах федерации, что 16-й год Кубок мира, но есть стадионы, где у меня при дяде дома бюджет, а бюджет, что вас насколько съел по вам по организации? Пока нормально. Будем надеяться, что спонсоры отсрочат, что будут помогать нашей команде, там сыграют в дома. Это все мало пока. И даже новый спонсор появляется. Новый спонсор, благодаря, да. Спасибо большое.